Hi, this is Joe Ricard's founder here at Magic Guarantee, and this video is our public confession. In just a minute, Ukraine's foremost expert in polygraphs is going to come in and grill my partner, Tatiana, our head matchmaker, under a lie detector test. And what I'm going to do is come back on after we do the lie detector test on Tatiana and explain to you why I felt the need to come clean with you here today and to confess under a lie detector test. And a little bit about Victoria, the polygraph expert. She was one of the very first that was accepted to submit polygraphs in criminal cases here in Ukraine. She's got over 3,000 lie detector tests under her belt, and you could say she's Ukraine's foremost expert. Okay, so let's come on in, guys. So let's get this underway, and I'll come back on at the end and explain why we're doing this. Сейчас будет состоять из вопросов, на которые вы отвечаете «да» или «нет». Тест из вопросов. Ваше имя, говорим правду, ваше имя Татьяна? Да. Вы любите помогать людям? Да. В партнерстве с Джо Рикардсом в последние 2 года ваше брачное агентство называется Match Guarantee? Да. Это правда, что за последние 2 года работает Джо Рикардс и благодаря вашей работе в долгосрочных отношениях остается 8 из 10 пар? Да. Как вы считаете, какой процент из ваших счастливых пар заканчивает отношения именно браком? Какой процент из ваших счастливых пар заканчивает отношения браком? Браком заканчивают 10-20% ваших пар? Нет. Браком заканчивают 30-40% ваших пар? Нет. Браком заканчивают 50-60% ваших пар? Нет. Браком заканчивают 70-80% ваших пар? Да. Вы говорите правду, что Match Guarantee – это VIP-бутик, агентство, обслуживающее клиентов, которые желают получить полноценные услуги высокого уровня, что максимально увеличивает их шансы на встречу и брак с красивой девушкой-украинкой до 100%. Да, конечно. Вопрос такой. В своей работе с девушками, которые подают заявки в ваше агентство, как вы с ними работаете? Как вы их отбираете, девушек, которые подают заявки в ваше агентство? Вы честно пытаетесь выбрать серьезных дам, которые хотят найти мужа по правильным причинам? Да, конечно. При отборе девушек вы принимаете всех подряд девушек, которые подают заявки? Нет. Вы проверяете семейное положение и идентифицируете женщин, которым вы принимаете вашу базу данных по их документам? Да, конечно. В своей работе хотя бы раз были такие случаи, что вы платили своим девушкам за знакомство с клиентами-иностранцами? Нет. Вы оплачиваете расходы на проезд и проживание для своих девушек? Да. В вашей работе были хотя бы раз такие случаи, что вы платили своим девушкам за встречу с клиентами? Нет. Вы лично проводите собеседование, чтобы проверить мотивы претенденток? Да. Вы делаете все возможное, чтобы отсеять девушек с нечистыми мотивами? Да. В своей работе с корыстной целью за деньги или за подарки оставляли в своей базе данных девушек-мошенниц? Нет.
В своей работе брали когда-либо деньги, свой процент от девушек, которые обманывали мужчин-иностранцев, манипулировали ими и получали от них подарки? Нет. Вы всегда уверены, что принимаете только девушек с искренними намерениями для создания брака и семьи? Да. Нет. Не всегда. Иногда допускали ошибки в прогнозах, случайно принимали плохих девушек в ваше агентство? Да. Делаете все возможное, чтобы отсеять девушек с нечистыми намерениями? Да. Вы говорите правду, утверждая, что эта программа безлимитного партнерства увеличивает шансы клиентов на успех? Да. И вопрос такой, почему не все клиенты иностранцы находят себе пару? Почему не все были успешны в поисках жены? Почему не все клиенты иностранцы находят себе пару? Некоторые клиенты нереалистичны в поисках жены украинки, желают иметь жену-трофей. Да. Вы говорите правду, утверждая, что любой кандидат, который приезжает в Украину в поисках жены, действительно может быть успешным в создании семьи с прекрасной женщиной-украинкой при условии, если он будет искать ее в своей зоне успеха? Да, конечно. В своей работе вы принимаете иностранных клиентов, которые не хотят искать жену в своей зоне успеха, то есть нереалистичны или ищут жену-трофей? Нет. Вы делаете все возможное, чтобы помочь своим клиентам найти хорошую женщину для долгосрочных отношений? Да. За все годы вашей работы сколько клиентов иностранцев просили вас вернуть деньги обратно? За все годы работы сколько клиентов иностранцев просили вернуть деньги обратно? Просили вернуть деньги обратно? Это было более 20 клиентов иностранцев? Нет. Таких клиентов было ноль, их не было вообще. Которые просили вернуть деньги? Не помню. Клиентов иностранцев, которые просили вернуть деньги обратно, было один? Может быть. Сколько клиентов иностранцев, то, о чем вы точно знаете, сколько клиентов иностранцев остались недовольны вашим сервисом, то, о чем вы точно знаете, недовольны вашим сервисом, в вашей работе было всего около 20, более 20 клиентов? Нет. За время вашей работы не было вообще недовольных клиентов, их было ноль? Нет. За время работы был всего один недовольный клиент? Нет. За время вашей работы было 2-5 недовольных клиентов? Да. За время вашей работы было от 6 до 10 недовольных клиентов? Нет. За время вашей работы было от 10 до 20 недовольных клиентов? Нет. Тест, на который вы будете отвечать «да» или «нет», вы понимали все вопросы тестов, которые я вам задавала? Да. В последние 2 года вы являетесь партнером с Джо Рикардсом в брачном агентстве «Match Guarantee»? Да. Вы окончили школу в Киеве? Да. В вашей работе по отбору девушек у вас есть свой перечень особых вопросов, помогающих отличить искренних женщин от мошенниц? Да. В брачном бизнесе вы работаете уже около 16 лет? Да. Вы считаете возможным зарабатывать деньги в бизнесе нечестным обманным путем? Нет. В вашей работе и в вашем брачном агентстве точность прогнозов в определении девушек с нечистыми мотивами приближена к 80%? Да. Вы получаете удовольствие, когда реально получаются хорошие пары в результате вашей работы? Да, конечно.
Чувствуете ли вы себя уверенно, предлагая безлимитную гарантию в создании пары любому иностранному мужчине при условии, что он реалистичен в своем поиске и ищет жену в своей зоне успеха? Да, конечно. За 30 лет своего брака вы всегда были счастливы в браке? Нет. Хорошо. Опрос окончен. Очень хорошо. Сидите, да, минуточку, сейчас мы. So, Victoria, you just did a polygraph test on Tatiana. How did she do? Как прошла тест Татьяна? Татьяна, я бы сказала, прошла тест успешно. В вопросах, которые мы задавали, на которые она отвечала, она была искренне, она говорила правду. И она действительно верит в то, что ее работа приносит людям радость и удовольствие. Она стремится к тому, чтобы так и было. И она действительно верит в то, что новое агентство Match Guarantee, которое сейчас создано, оно на самом деле успешно и повысит успешность вот этих пар, которые создаются для долгосрочных отношений. Это правда. И полиграф показал ее подтверждение тех слов, которые она говорила. Да, я считаю, что достоверность работы с Татьяной и правда, которую она говорила в ее искренности, она может даже 98% однозначно. Хорошо. Хорошо. So you've been a polygraph expert since 1998? Yes. Yes, yes. Да, да. And I understand, if you can tell us a little bit about your expertise and your experience in this industry. Да. С 98 года мной уже проведено более 3000 опросов. Эти опросы проведены по различным делам, в том числе и по криминальным различным уголовным делам, тяжким, особо тяжким преступлениям, по кражам и, конечно, по работе с частными предприятиями, ну, по различной работе. Поэтому этот опыт уже достаточно большой и позволяет не только работать и давать результаты, но уже я имею достаточно много ребят, которых я обучила, и они тоже работают и дают результаты, в том числе в правоохранительных органах. Я хочу сказать, что Татьяна, есть подтверждающая реакция тому, что Татьяна верит в успешность того, что начала работать с Джо, что теперь они называются Match Guarantee, и успешность она видит и в работе с вами, и в том, что создан новый сайт, и в том, что с клиентами проводятся какие-то тренинги, да, и она уверена в том, что ваша работа будет давать результаты, чем дальше, тем больше. Также Татьяна считает правильным и считает одним из успешных факторов вашей работы, это вот эта программа «Безлимитная гарантия в создании пары», которую вы вместе с ней создали. То есть все это вместе, по моему мнению, делает ваш бизнес Джо успешным вместе совместный. И я бы сказала, у меня два взрослых сына, и если бы им нужно было искать себе пару, я бы посоветовала им обратиться именно в ваше агентство, потому что я считаю, что это агентство, оно честное, и оно нацелена на успех. Victoria, one last thing. I just wanted to invite the public so that they know that we're completely an open book. Anybody wants to contact Victoria, we're putting up her business name and contact information on the screen right now. Feel free to contact her. And anybody that talks to you or you spend time with them, you can bill us, no problem. That's yes, your hourly okay, rate. Okay, okay. We just want to show you guys that, hey, we're completely transparent with you. This is the real deal. You're welcome to contact Victoria. And also, I would like to put forward a challenge to other marriage agency owners out there. This industry, you know, needs more transparency. So I would like to invite other marriage agency owners that if you want to show the world that you have a good operation, that you're doing it for the right reasons, I invite you, I challenge you to submit yourself to a polygraph test. And this is the consummate pro in Ukraine. So give her a call. And really, it will help your business in spades if you do this also. Mm-hmm. Victoria, can you show us on your polygraph chart where you asked Tatiana the questions about our success rate? Mm-hmm. Какой успех? Тест, который показал, какой успех, да? Значит,
Татьяна сказала, да, что она считает, что процент пар, оставшихся в долгосрочных отношениях, 70-80%. Но реакция получена, что это даже 80-90%. То есть это даже больше, чем сказала Татьяна. Татьяна немножко занижает свое. Да-да. То есть 80-90% – это тот процент, когда пары остаются в долгосрочных отношениях. Угу. Вот это 80-90%. Окей. Виктория, what about how many clients in past have been unhappy, and then how many ask for a refund? Where's that on the Polygraph test? Смотрим, да. Вот тест, который спрашивал, сколько за все годы работы клиентов осталось, просили вернуть деньги. Она сказала, что не помнит. И, скорее всего, один человек. И это правда. Возможно, один человек. Точно она не помнит. Люди, которые просили вернуть деньги. А вот тест, которым мы спрашивали, сколько человек остались недовольны. Остались недовольны, по мнению Татьяны, 2-5 человек, не больше, за все годы ее работы. Это правда. Uh-huh. Да? Спасибо большое. Thank you for giving us the little tutorial here. Да. What about a lie? So we want to see anything was a lie. Что-то было, что было неправда, чуть-чуть. Здесь нельзя сказать, что было что-то неправда. Вот есть, допустим, она очень переживает по поводу того, когда я ее спрашивала, всегда ли точность прогнозов у вас всегда и абсолютно правильно. Она говорит, не всегда, и очень большая реакция по этому поводу. Она переживает по этому поводу и переживает, что иногда в ее базу данных попадают девушки-мошенницы. Но там нет реакции, которые бы говорили о том, что она берет с них деньги, дает им деньги за, там, за встречи с заказчиками. У нее только есть переживание, что она, даже имея свои какие-то специальные вопросы, скрининги, она иногда может ошибаться. Это нормально. Это всегда в каждой работе есть какой-то процент ошибки. Но Татьяна делает все возможное, чтобы этот процент стал меньше. И у нее по этому поводу есть переживания, но здесь нет лжи, нет скрываемой информации. Good to know. Thank you very much, Victoria. Appreciate it. Все, окей. Нажимаю. Hey guys, Joe here. Whew. Thank goodness she passed the lie detector test. I mean, we were sweating bullets a little bit here because, you know, whoever does this submits yourself to a lie detector test, right? Honestly, when I asked Tatiana if she would do this, she was taken back, to say the least, right? But let me explain why we did this, okay? It's rather unorthodox, of course, but we felt it's the only way to do our best to prove to you what are our genuine success statistics. And let me rewind back to the beginning when I met Tatiana, okay? And I'll explain, tell you the story about why we did this, basically, in story form. You know, it wasn't so long ago that I was the guy in your shoes right now, you know, quite possibly, looking for love online and discovered Ukraine and Russia. The women are so beautiful, you know, traditional Slavic values. Why not? Give it a go, right? But then, like I did, you've probably discovered these are really shark-infested waters, and it's hard to find an agency to trust, and it's hard to find somebody that, A, is really serious about your success and committed to your success, and does their very best to vet the ladies, to find genuine ladies that are looking for love, not for, the almighty dollar. And when I met Tatiana, I could see very clearly that she was true blue. You know, she loved her job. She was a very happy matchmaker. So that's what you want. You want somebody that loves matchmaking and is really into your success and is working for your success, not for the almighty dollar. So I knew that she had a complete, authentic, honest approach to matchmaking. I knew she had really high statistics. And what happened was when we formed Match Guarantee 2 years ago, I said, Tatiana, can you tell me, you know, honestly, what are your success statistics? And, you know, she said to me, well, I believe it's over 90% marriage success rate. She says, you know, we don't keep in touch with all the clients, you know, hundreds of clients over the years. It's pretty much impossible to do that. But that's what I believe, because
men come, foreign men come, and they meet somebody pretty quickly, within a week or two, usually the first trip, and they go away in a happy relationship, you know, and she sees it. And she does everything she can to screen the ladies and make sure the ladies are sincere. So that's what she honestly told me. And I said, well, Tatiana, in the West, you know, we really rely on proof a lot. Proof is in the pudding, as they say, so we need to show some pudding here. I asked her, you know, is some way you can show an audit trail of this, call past clients and you know, like, let's do something. We got to somehow show some proof as to these numbers, because they are rather unbelievable. Nobody else that I've ever come across in this industry can claim anything even close to that. I mean, honestly, 20% is high. So she did endeavor to do that, right? She endeavored to prove it up. But it's turned out to be virtually an impossible task. You know, we'd have to hire a staff to audit their records, and then people have moved, phone numbers are different, it's impossible. So I thought, okay, what's the next best way? Well, submit ourselves to a polygraph test and find the industry's foremost expert here in Ukraine. And so that's what we've done, that's what we've brought to you. And so hopefully that sets your mind at ease that indeed we do have astronomically high happy couple success rate and very, very high marriage success rate. So when you saw Tatiana asked, you saw Victoria explaining the results at the end, when she was asked, what's your happy couple success rate? She said 70 to 80%, Tatiana did. But the polygraph actually showed that 80 to 90% is more truthful. So you see, what she was doing, Tatiana, was she didn't want to trigger and show up as a lie on the detector, right? So she downplayed her statistics, what she believes is her statistics. So the numbers you just saw are a conservative number as to what she truly, honestly believes is her success rate. Listen, I want to take the bull by the horns on another important matter right now, and that is, you know, we have been accused of all sorts of things, and I think as we continue to be the leader in honest, sincere, truthful matchmaking in Ukraine, I think we're going to be attacked more and more. So I want to take the bull by the horns here and say that, first of all, we've been accused of unethical marketing practices, and I can say a lot about that. But I think talk is cheap and everybody knows that. And so I think it's best to man up and hold ourselves accountable. And the best way I know how to do that is to put a $5,000 unethical conduct price tag on our head. So if you, Mr. Joe Public, ever suspects us of unethical conduct, then please reach out to me, send me an email at joe@matchguarantee.com, and I promise you it will be investigated, and I'm willing to even subject myself to a lie detector test. It has to be in English, so it can't be in Ukraine, otherwise they're not accurate if they're done in your interpreting. I found that out. So, but listen, if there's a public requirement for that, a request for that, I'm happy to do that. I'm a huge believer that, in incentivizing action takers, because at the end of the day, it's men of action that get the girl. Okay, so you will always see me, Match Guarantee, incentivizing you to take action financially. Another thing is with marketing techniques. I do not believe in any unethical marketing, such as false scarcity. I completely oppose false scarcity. You'll never see us doing that. If there's scarcity, it's true. And I do scarcity. You need to know that. I'll say, hey, for the next three guys, you get this. For the next seven, that. Or for this time period, we have this special offer. And feel free to call us on that. We will not offer it after that number or that date or whatever the special deal is at the time, okay? And please call us on it. If you see something, I just hung a $5,000 price tag on her head, so I'd be pretty idiotic to do that if we did do unethical marketing practices. We want to change the playing field. We want not only to attract clients, because of course we're a growing agency and of course we want your business, but moreover, we want to create a paradigm shift in this industry. We want to stifle out, you know, starve the oxygen from the flame of this ugly industry that's scamming people. And we want to encourage good agencies and help them to grow.
Okay, I hope that makes sense to you. And we can't handle a billion-dollar industry on our own, so we need your help. So here's my fellow agency owner challenge. I would like to challenge you to get more business, to help us change this industry for the better. Help us attract men to you, to us and to you as a fellow agency owner. And that is, I challenge you to join us and submit yourself to a lie detector test, okay? I highly recommend Victoria, but if you have another one that's bona fide, feel free. And do a video of it and post it on YouTube. Because we can't handle this industry. It's $1 billion a year in business in Ukraine and Russia. We can't handle it on our own. We need you, fellow honest marriage agency owners. You're going to get business from it. You're going to show the world that you are an honest, ethical marriage agency. You have good ladies. You vet them hard. You vet them the best you can. And you do your very best to make happy couples. And so I encourage you to do that. Help clean up this industry. Help bring yourself some business. And one final thing. If you like the sounds of what you saw in this video, you want to consider working with us here at Match Guarantee. We offer you a $500 matchmaking package that we used to charge for that completely free on the house. Okay, and that is our basic matchmaking package. And here's how that looks. So if you're interested in working with us and you're a serious guy and you're willing to take action and come to Ukraine, because the reality is, it doesn't work online. It's all BS online. You need to come to Ukraine, meet girls eye to eye. You need to meet serious ladies eye to eye. That's a big distinguishing point. And just go on dates and feel with your sixth sense if she's really into you. Feel if it's a real relationship. Choose your future wife very carefully. And you can choose 10 ladies that catch your eye from our website, and we will introduce you to them completely on the house, so you can check us out fully, look under the hood. We want you to experience us and our ladies here at Match Guarantee before you ever have to reach into your pocket and pay us a dime. So, cool or cool? If that sounds good to you, just go to matchguarantee.com right now. Click on the sign up button in the top right, and we look forward to talking to you soon. And one last thing. The beginning of our process is a complimentary coaching call. And that coaching call is with one of our amazing coaches. They're all successful guys. We have some Ukrainian ladies coming on board. So most of our coaches are already married or in a very long-term committed relationship. And most of them have been scammed before. So, I mean, they're a good friend. You know, they're a great wingman for you, because part of the reason we're so successful is we provide you with a wingman. Often it's me, but there are other wingmen, other coaches on staff, which walk you through the dating process when you come here. And when you have questions, because you'll have a lot of questions and some concerns, it's so important to your success that you have a wingman, a friend that's there, that's truly invested in your outcome, your success, meeting somebody special in your life and getting married. That's an important part of it. So it's 1 hour long. You'll sit down on Skype video with one of our coaches, and they will answer all your questions about us, about Ukraine. Most importantly, however, is they help you identify what is your, what we call, personal zone of success, which in a nutshell is how we're very confident that if you look within this personal zone of success of yours, you will be successful meeting one of our ladies and getting married. So much so that we're willing to guarantee it. And if you look within that zone of success with us, we're willing to invite you as a client. If you're not willing to, we won't invite you as a client. We won't take your money, because we need to feel truly very confident that you're going to be successful working with us. Otherwise, we don't feel we're doing a service to you, really. One of the big commitments we have to our client is being raw and real with you about where you're really going to be successful, not playing up in fantasy land. You can work with all kinds of other people that'll help you play in fantasy land, but it's not going to serve you at the end of the day. So bottom line is, if we agree to what is your zone of success, which age difference is a very important component of that, maximum 15 years, then we will invite you as a client. The cool thing is, you already have a number of ladies for free that have agreed and want to meet with you face-to-face in Kyiv. So becoming a client is very, very natural process with us, because you already have some ladies for free that want to meet with you, that you're attracted to, and you've had nice letters back and forth. You'll see a big difference in a way that real Ukrainian women that are serious write versus probably any other letter you've had in the past.
And then once you want to become a client, that's the point you put down your completely refundable $2,000 deposit. And how that looks is, like I said, completely refundable. We want you to feel comfortable all the way. So you put down the deposit, then we book all your dates for you. And then when you come to our offices in Kiev, ask your questions, meet the office staff, and get some personal recommendations from Tatiana. If for any reason you want a complete refund, we're happy to give you your money back. We've only had one refund in the past of my time with Tatiana, and that was a guy that just had a family emergency and he couldn't come. So he didn't even come. He got the refund before he came. And you heard what Tatiana said. She can recall, she thinks, one refund in her 16 years career and maybe 3 to 5 unhappy foreign men clients. That's amazing for 16 years in any business, okay? Wouldn't you agree? So we're very confident that you're going to be over the top, OTT happy with us, and that's why we give you the free test drive. And then, like I say, when you become a client, put down your fully refundable $2,000 deposit. You come, and we help you to find your other half, find your future wife in Ukraine. So that about wraps it up. Thank you very much for your time. I hope you enjoyed the video, and I look forward to talking to you on the phone soon or seeing the offices in Kiev. And we look forward at Match Guarantee to helping you meet your half. Take care. Good luck. Baka.